Задавайте себе вопрос, насколько вы себя чувствуете реализованным человеком? Один из вопросов был там такой, помните? Сколько процент себя чувствуете реализованным? Да. Насколько? 20%. 5%. 5. 20. 10. 2. Вот вы заметили, что каждый из нас подсознательно чувствует, что в данный момент не весь свой потенциал используете. Вы это чувствуете? Вы чувствуете, что в данный момент не все свой ум и талант используете в реальной жизни. То есть получается, что тот образ жизни, который вы ведете, это не показатель вашего ума. Вы намного умнее человек. Интуитивно вы это чувствуете. Это так и есть. Это очень важный вопрос. А теперь следующий мой вопрос. Туда рядом пишите, сколько процент вы сейчас написали. Напишите, сколько процент написали, хорошо? Пожалуйста, напишите. Сколько процент вы написали туда, напишите, озвучивали, напишите на бумаге. Начните управлять свою жизнь. Я повторяю, начните управлять свою жизнь. Написали, сколько процент уже этот... Вы чувствуете себя, что вы реализованы. А тогда пишите, оставшую, в каком возрасте вы собираетесь раскрыть. Напишите. Надо управлять свою жизнь. Оставшую, в каком возрасте вы собираетесь раскрыть. Вы думаете, что она сама себе раскрывается, сам по собой? Весна приходит, цветы раскроются. И я раскрываю весь потенциал. Нет, это не будет. В каком возрасте вы хотите раскрывать свой потенциал, оставшую потенциал? И пишите возраст. Это очень важно. А? Но после пенсии у вас уже энергия не та будет. Я знаю, что вы шутите. Я знаю. Ну ты пиши для себя, родой, я не знаю. Как ты решишь, так и будет. Вы понимаете секрет в чем? Вот как вы приняли решение, так и будет. Так что напишите. Но если вы это не напишите, через 40 лет и через 50 лет перед смертью тоже сами будете говорить, что я, оказывается, всего 30% потенциал раскрыл. Если вы сейчас не определяете срок, не начинаете управлять свою жизнь, я гарантия вам дам, что даже один день до смерти, если кто-то просит вам, дядя, тетя, сколько процентов раскрыли свой потенциал, вы скажете, 20%. Это вот так и будет идти. Поэтому нужно определить для себя, к какому-то возрасту вы собираетесь оставший свой талант раскрыть. Это важный вопрос. Очень важный вопрос. Когда вы это начинаете себе написать, самое интересное, что произойдет. Многие действия, многие поступки, те вещи, которые вы делали раньше, большинство из них отсеивается. Начинаешь понимать, что они бессмысленны. Бессмысленны ходьбы той мой, бессмысленны там сутками болтать, телевизоры смотрят. А это все потеряет смысла. Многие вещи потеряют смысла. Потому что ты видишь, что я не хочу свою жизнь потратить на это. Я не хочу. Не хочу свою жизнь так просто прожигать. Я этого не хочу. Когда вам задал вопрос, на что вы готовы потратить оставшую свою жизнь, это вопрос теперь вам покой не дает, ребята. Вы будете ходить на работу, посмотреть, думать, это стоит, чтобы я это, всю свою жизнь посвятил этому. Вы будете об этом много раз теперь думать. Потому что это ваша жизнь. И кроме вас больше никому она не нужна. Ваши дети будут жить своей жизнью. Как вы думаете, если мы умрем, дети как-то будут жить? Мой отец умер, мне было годик. Я как-то выжил. Я знаю, что если я умру, мои дети тоже будут жить как-то. Это глупо, когда мы думаем, что как будто, если я умру, там им будет трудно, тяжело. Да я чушь собачья. Они будут своей жизнью прожить. Не ты давал им жизнь, им давали им жизнь Всевышний, и он сам дает им риск.
Да. Я вырос, мне было годы, когда отец умер. Огромное количество людей иногда, порой, у которых родители уйдут от жизни, но дети как-то выживают, как-то вырастут. Так что наша жизнь, кроме нам самим, больше он никому не нужен. Вот, это тоже пишите. На сколько процент используете свой ум и талант? Первый раз, когда я это написал, мне тоже показалось где-то 2-3%. Потому что столько было вещей, которые надо делать. Очень много вещей, которые надо делать. Ваш ум – это мощный механизм. Чем больше вы его используете, тем он станет лучше. Пожалуйста, запомните, ваш ум – это мощный инструмент. Чем больше вы его используете, он станет лучше. Ваше тело – это колоссальное творение чуда. Чем больше о нем заботитесь, он станет лучше. Но если вы о нем не заботитесь, если вы его не оберегаете, он быстро изнашивается. Это вот так. Вы чем больше уделяете время и работаете над собой, тем больше становитесь лучше. Но если вы не будете это делать, ваше тело быстро изнашивается. Это странный механизм какой-то. Вот так работает. Знаете ли вы свое предназначение или находили ли вы свое предназначение? Удалось ли вам найти свое предназначение? А как можно узнать, что это мое или нет? Вы пишите это и рядом пишите вопрос. В течение тренинга вы его найдете. Я дам очень много инструментов, которые поможет вам найти этого. Когда найдешь свое предназначение, жизнь наберет смысла. Поверьте, жизнь станет очень сладкой, очень классной. Знаете, даже трудность есть, но она классная. Да, свое предназначение. Очень важно найти свое предназначение. Свою личную миссию. Очень важно. Мы до конца этого тренинга, много будут у вас упражнений, техники, которые позволяют вам прийти к этому. Мое предназначение – быть наставником. Я это понял. Мне легко удается обучать, легко удается помогать. Я могу 24 часа выступать и не уставать. И самое интересное, люди, которые слышат, они пойдут и делают. Это у меня легко получается. Я не напрягаюсь. Откуда вы узнаете, что это ваше предназначение или нет? Вам не надо принудить себя. Вам не надо заставлять себя. Вам не надо готовиться к работе. Я имею в виду, некоторые люди ходят на эту работу, спойлер, эта работа для них страдание. Ой, опять надо ходить. Опять надо. Это уже работа. А если человек чувствовал, что это мое предназначение, он никогда не устает. Потому что он поток и жизни живет, он поток и энергии живет. Он никогда не устает. Посмотрите, спортсмен, который тренируется и тренируется. Вот Брюс Ли, посмотрите, 13 часов тренировал в день. 13 часов. Этому парню удалось сделать в своем области то, что еще никто не делал в мире. Хотя умер в 79 году. Прошло сколько-то лет, но никто еще не повторил его успех. А почему? Потому что, когда ты человек найдет тот потенциал, который Богом дано, и раскрывает, именно фокусируясь на развитии этого, этот человек станет один из выдающихся легенда. Потому что в это есть желание Божие. В это что есть? Желание Божие. Все видят Стив Джобс, хотят стать Стив Джобсом. Нет, если тебе Богом не дано это направление, этого не будет. Тебе не надо стать как Стив Джобс, тебе надо стать, кто ты есть. И не надо быть кем-то. Кто хорошо понял? Да не надо вообще быть кем-то. Вот в этом особенности. Не надо. Вот когда найдет человек вот это свое предназначение, фокусируется на него, и вот это тело пойдет очень хорошо. В своем сердце человек это будет чувствовать. Пишите три проблемы в вашей жизни, которые они у вас в данный момент есть.
Неважно, они в сфере бизнеса, в сфере здоровья, в сфере семьи, в каком-то области вашей жизни, в любой области, где они есть, напишите три проблемы своей жизни. Любой, любой. Конкретные проблемы, которые вас беспокоят, которые вы думаете о их решении. Теперь внимание.